Итак, друзья, Microsoft представил новый Paint в Windows 11. Каким он будет? Вот осенью этого года, уже скоро осень, будет презентация Windows 11, точнее уже официальный выпуск Windows 11. И нам показали «Here's another Windows 11 first look. This is a beautiful redesigned Paint app. Coming soon to Windows Insiders». Ну что ж, друзья, давайте включим ролик и посмотрим, как выглядит обновленный Windows 11. У меня почему-то на весь экран сейчас не хочет. Ну, давайте включим. Надеюсь, на весь экран сейчас запустится. Create your. Happy birthday. Новый Paint. Ну еще раз, еще разок. Раз не хочет на весь экран. Ладно. Так, текст. Что у нас тут? Различные, значит, типы кисти. Да, ну, неплохо. Так, цвета сразу же здесь располагаются. Друзья, вы знаете, что мне это все напоминает? Вот внешний вид. Я вам скажу, друзья. Мне это все напоминает абсолютно тот же Paint. Абсолютно. Вот один в один все, значит, детали находятся на тех же местах. Все то же самое. Абсолютно все то же самое. Просто небольшой редизайн. Ну, как это обычно и бывает у Microsoft. То есть мы делаем редизайн и как бы изменяем иконки, изменяем шрифты. И все. Новое приложение готово. Смотрите, я рисую Happy Birthday to you и так далее и тому подобное. Ну и кисть, давайте посмотрим, насколько изменилась кисть. Да, кисти, в общем-то, ровно те же самые, что были, просто анимация теперь по-другому еще и показывает, как все это будет выглядеть. Да, то есть здесь вы нажимаете и пробуете. Хотя я не спорю, может быть, действительно баллончик станет покрасивее, потому что сейчас он какой-то, знаете, из как будто из Windows 95-го. Вот. Ну, а кисть зато неплохая. Смотрите, вот заканчивается краска, здесь все как положено. То есть я рисую. Раз закончилось, все, надо опять макать и опять вот заново рисовать. Друзья, так что это был новый старый Paint с новым дизайном. Видео-тизер демонстрирует работу с кистями, шрифтами и темную тему оформления. Это просто офигенное нововведение. Компания Microsoft продолжает рассказывать о новейших новшествах Windows 11. Очередным новшеством стал обновленный Paint. Видеоролик демонстрации его интерфейса опубликовал в Twitter главный директор по продуктам Panos Panay. Судя по всему, даже самый современный Paint не поддерживает работу со слоями, но не исключено, что эта возможность появится в приложении позже. Друзья, видите, вот как и в старом, старый не работал со слоями, и новый тоже. Почему новый должен работать? Когда редизайн менял суть, в том-то и дело. Напомним, ранее Microsoft планировал убрать Paint из Windows 10, но потом передумала. Вместо этого компания начала убирать из операционной системы Paint 3D, который, кстати, хорош действительно, который действительно новый, который по логике должен был заменить оригинальное приложение. По словам топ-менеджера, участники программы Windows Insider могут протестировать обновленный Paint в ближайшее время. Друзья, вот такая вот новость, ссылка на нее в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.